стенах областного парламента депутаты всех уровней со всех районов области подвели итоги реализации наказов избирателей за первое полугодие. Такая работа идет. Многие наказы формулируются, группируются в программы партии, программы региональные, которые контролируются депутатами, контролируются правительством, конечно же, губернатором. Но если сказать, что все здорово, конечно, это не так. В начале года был принят новый формат работы депутатов и органов исполнительной власти. Был подписан меморандум о сотрудничестве между областью и региональным отделением «Единой России» в сфере исполнения наказов избирателей. Вместе с этим стороны создали специальный реестр исполнения наказов, на которые должна быть потрачена часть дополнительных доходов. Всего было заложено 2 миллиарда рублей. На сегодняшний день по итогам первого квартала и 6 месяцев данный реестр исполнен в объеме 1 миллиард 753 миллиона рублей. То есть практически в полном объеме более 80% всех наказов уже сейчас включены в реестр. В бюджет Ульяновской области, и средства полностью предусмотрены. Большинство жителей области волнуют вопросы благоустройства и ЖКХ, образования и дорожно-транспортной сферы. При работе над бюджетом 2018 года муниципалитеты должны в обязательном порядке предусмотреть средства на исполнение наказов жителей региона. Дарья Судрева, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.